Гала-концерт по традиции завершает масштабный творческий конкурс «Одинцовские самоцветы». Уже 8-й год подряд этот фестиваль становится большим событием нашего города. 2 часа ярчайших номеров, выступления танцоров, певцов, поэтов, театралов и инструменталистов. Некоторые лауреаты своими выступлениями удивляли зрителей. В этот день поднять себе настроение, получить настоящее эстетическое наслаждение и просто с пользой провести выходной могли все желающие. На «Одинцовские самоцветы» вход всегда свободный. 21 номер, 21 запоминающееся выступление. Яркие, необычные, талантливые – все это победители «Одинцовских самоцветов». В этом году в конкурсе рекордное количество участников – 365, 120 из них стали номинантами. Все эти люди уже не могут представить свою жизнь без творчества. Выступление оценивало компетентное жюри. С целью достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей на всех этапах фестиваля работала экспертная комиссия. Члены жюри – деятели культуры и искусства, преподаватели и работники муниципальных учреждений. Организаторы уверены, что благодаря таким мероприятиям культурная жизнь Одинцовского района становится еще разнообразнее и богаче. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».